низковато просто. Ага. Ну, осмотр соответствует руководствам лета. Полностью. Да, да, да. И ну, никаких было, там, что? Никаких... Ничего. Вот так, спокойно, Ержан, спокойно. Нет, это у меня дыхалка. А, да, да. Нет, спокойно, не надо напрягаться. Правда. Спокойно, обдуманно. Вот. Фильмы как проходили. Так все прошло. Минус 12. Ага. Морозяка устойчивая. Железо сухое. Абсолютно сухое. Холодное сухое. Закрылки гладил. Угу. И нижнюю часть по кромке железа вот посмотрел. Оно как блестящее стоит, как у кота яйца. Оно так и блестящее, так и было. Пожалуйста, я так думал, может, ну там шершавчики обычно бывают. И там нет. Абсолютно ну, сухое железо. Сухое крыло. Чистое крыло. Чистое крыло. Все есть. А дома? Да, да. А я запалился там раз. Ну а что? Удочка низкая, видимость маленькую давали там. Река 1200-1400. Это, да, там-то стабилизатор был. Не взлетим уже. Чего будем делать? Ну, решаем, что. Может быть, первым пиром. Прыщим пока. Угу. Все это дело. Ну, давай. Инженера вызвали. Короче, так и так. Хвостовое оперение обработать. Крыло не надо, не надо. Вот все его обработать. Надо. Мы еще на 23 стоек стоим. Она же вся светлая. У нас сейчас ее буфировать. Освещение нормально было. Вот этот вот. Шматье вот отошло. Такое низкое, непонятное. То ли лоза, то ли на них. Но морозяка такой, блядь, там говорят, оставил. Минус 12 тоже. Минус 12, минус 16 или минус 18, то что раз было. В общем, все это дело вызвали, но кабину дошли, там положено, все. Посмотрели, все четко, все нормально. Мара говорит, я полечу. Первый типа. Ну окей, давай. Я свою часть, он свою часть готовит. Агрегат пришел. Душ, который. Вот инженер говорит, что как бы делать. А мы уже сразу этим добро дали, что промежуток между опрысками и пассажирами. Сократить бы, добро дали бы, давай. Что там одно? Стабилизатор сказал. Опрыскать будем быстро. И как раз народ подъедет. Загрузим, поедем. Ну, так вот и получилось. То есть. Все четко, без относительно, даже задержки. Вот. Все. Хвостовые обработали. Уже, как они вот сразу закончили, автобус пришел сразу. Все вот так конкретно, все. Четко все не шло, никуда. Помарок, ничего, замечательно по матчасти. Не было. Пассажиров загрузили. Все нормально, посчитали, пересчитали. Минуса. Все отсеки загружены, у нас там еще груз был. Дополнительно притащили его за пивом. Все нормально. Я эту цифровочку нарисовал, все. Отчины подбили, все нормально. Все четко закрылись. Мусоров запуск отпросили. Разрешили. По центральной линии вытащили. Начали запускаться. Опустились, тоже без замечания. Вышли, все четко, устойчиво. Ну, как положено. Посидяйте, нравится. Все это погоняли. Ну, все нормально, все согласно технологии, все отработали. Ну, сейчас запросили дальше, проверили, поехали. Потом у нас что-то вклинился как раз переданий в этот Airbus. Зашел. Сегодня будет после нас был. Вот там все заняло это все. Подзастряли мало все. И перед нами я расстала. И после нас я расстала. Вот так бутерброды таких. Порулили. 0,5 правую дали. На альфа пришли. Перед нами как стоял, так и застрял, где шли, блядь. Подумал, как
клиник. А мы уже стоим готовы сорваться. Уже начать. Я как всегда пробились и поматерись. А в перемотку. Помаливаем, что как. Лететь дальше будет. Что будет у нас. Тайбер смоляем, он не закрыл. Просто расставься. Сами вас слышны. Ну это будет, ему разрешили исполнителя, он стоит до сих пор на предварительном грее. Потому наконец-то занял исполнителя. Продвинулись, стали. А, не слышу, еще год стоит. Нет, на исполнителя, ну давай торчать. 10 лет нас задержал. Ну, короче, стояли бы там, перебивали. Уехал, мы исполнителя заняли и стояли. Ну, где-то минуты две там с курсом постояли, потому что все никак с курса не могут уйти. Девочки вообще, малечки еще видно. Наверху главное видать, терминка. Слава Богу. Потом нам разрешили взлет. Ну и поехали. Иван прошли. На себя держит он. Мара только пол сказал. Нас берет влево, как шандарахит. Вернее, позитив. Вот я не помню, даже договорил я его или нет. И нас такой фум налево. Аж мне показалось, мы даже на краю 0,5 левой оказались. С таким этим потом. Мара такой. А нос пошел. Я раз и что. Он начал уже на газульке одной рукой куда. Я раз штурвал придержал. Он смотрел, он не реагирует. Я штурвал от себя чуть-чуть. Он тупо так. Медленно. Мара говорит, что такое? Говорю, блядь. Как будто стабилизатор для тормознутый или тормозит, говорю. Не понял, он, потом он, вернулись обратно на ось полосы. Держал, клевок, блядь. Да что ты на себя теперь? Все равно удержать его. Пошел нос вниз. Раз, вроде как тупо так задержался. Начал разгонять. Короткий герап, я раз потянулся, убрать. Нас опять как швырнет, блядь. Я ж это, сюда вправо. Не успел даже рычаг дернуть. А теперь нос уже вот как нейтральное положение опускался. Клевок, блядь. Вытягивать, я его еще и вытягивать. Говорю, да что ж это такое? Нас обратно. Ну, короче, так и не поняли мы, что это было. Ну, как будто в горизонте. Вот, несемся, блядь. Я рычаг дернул. Транзит горит. Зеленые потухли. А транзит горит. А мы несемся. Потом раз, вроде отходим. Самолет дрожит, блядь. Начал такой мандраж, блядь. Опять задрал на кабрирование. А что ты? И опять штурвала тебя держит. Удерживает. Он может быть, да что с ним такое? Не пойму. Я уже матом говорю, твою мать, не знаю, что такое с ним. Опять. И тут, короче, вот этот клевок. Опять мы придерживаем его. И чувствую я, короче, мы уже хвостом едем, блядь. Задрались вот так вот. Шасси ушли. Мы задрались. Я чую, как будто бы на кончике карандаша сидим. Хвост по земле волочится. Я просто чувствую, железо волочится. Там ощущение.
И вот так мы не знаем, сколько прошли. Вроде как оторвались. Отошли от земли, начали отходить. Марами что-то. Не то ушли, не то отошли, что-то. Угу. Уехали, что-то вот такое сказал. Вроде нормальная цена. Тут я, ну, ничего, отошли, нормально все думаю. Самое, от земли главное отошли. Раз вниз так глянул, не совсем высоко. Мара переводит его, чуть-чуть был хвост. В смысле, от земли оторвали, все. Он его опять, ну что, разгонять. Нос опускает. Момент так подержался, вот тупо. Вот он только опустился. Потом клевок вниз, бля, опять. На, нахуй. Ёпта, а это еще что такое? Мара что-то там такое сказал. Я не понял, что сказал, я не услышал даже. Я на него просто глянул, смотрю. Микро внизу, руды я не видел. Я их не трогал. Я на свой месте просто сижу, за что держался. Так, мягонько. Просто руку положил, сижу. Потом смотрю, Мара уже руды бросил. За штурвал схватился обеими руками. Я глянул, вот так, направо, скользко так смотрю. Бля, земля приближается, опять клевок вот этот. Мы в землю, бля. Уже прёмся. Мы уже оба, бля, на себя. А он смотрю, а, тяги-то обнимают. Я на МВД глянул, бля. Мешки там, бля, я, походу, в Айдол ушли. Я на руды даже, бля, времени не было на Айдол, бля, на это было. Бля. Мара корячится, бля, я за ним. И вот, вот она, земля, бля. Я тут потихоньку опять дык, блядь, чуды уже. С правым таким креном. Опять на полосу дык. Уже полоса, походу, кончалась уже. По земле прошлись. И потихоньку начали его. Я там в голове что-то так картинка. Это для шереметских случаев. Когда на бетоне искрили, блядь, и загорелся. Блядь, лишь бы не на бетон. Ну что, брюхом нет, ни крылом, ни крылом, блядь, а то надо на грунт или что, запался. Он, смотрю, нас начал потихоньку подворачивать. Ну вот смотрю, вот край полосы, и живот подходит потихоньку. Его аккуратно на брюхо положили, блядь, и пронеслась. Скольжение вот это на брюхе. Какое там неуправляемое все. И я там, ох, блядь, теремать там. Шары, стек, там, не знаю, ветки какие-то, ну это все летит. Все, шар, барах, барах, бля. Мара там, бля, что-то кричит. Я не понял, может, с штурвалом еще елозил туда-сюда. Не знаю, как он это. То ли он пытался элероном там что-то это, чтобы за что-то зацепил или что, не знаю. В общем, не сесть, потом я так относительно полосы просто обратил внимание. Ну, самое просто положение самолета относительно, как мы несемся. Как будто нас вправо понесло. Ну, мне показалось, градусов на 30, на 40 нас развернуло направо. И как неслись, так и несемся. Ну, с гашением уже, естественно, нажал. Несемся. Потом тут крик Мары, бля. Я вот так смотрю, вот уже штурвал. А я за штурвал отцепился. Так и сижу с ним. Просто за ним повторяю вот это. Он дергает. Не знаю, может он сам дергался, я даже не знаю. Просто я мягко держусь, он болтается. Я просто за штурвал держусь, он болтается. И сижу. Потом Мара тут такой крик его, блядь. Не забуду, блядь. Не то мама кричала, не то а кричала. Такой конкретный последний его крик. Я тут мягко враз на него, блядь. И он такой сжался. И он у него это, он штурвал бросил, уже в руку это держит. Я думаю, что, а он вперед смотрит еще. Так вроде как просто на меня и вперед. А это освещение же еще. Я такой раз поворачиваюсь, а перед мной вот расстояние получается, как бы, может, два таких бетонных забора. И я такой, вот, блядь, и сгруппировался полностью. Вот когда держался на штурвале, его
нейтральное положение. И вот, вот в таком положении я, короче, не знаю, сколько времени это продолжилось. Вот это стал первый вот этот бетонный забор, помню. На меня вот это все приехало, козырек, вот это в кассу. Носа нет. Глаз тоже нет, вот глаза открывает. Глаза открыл из-за чего? Из-за холода. Первая мысль. Холодно, значит, блядь, огня не было. Фу, такой вроде как. Ногами пошевели, ногти чувствую, холод, ну холод берет уже, сюда выше колен пошел, там уже внизу не чую. Руку достал, если здесь болит, что-то мне так шили, по-моему, я не помню. Я такой раз, рука вот, действует. Смотрю, макет, а что-то блюк-блюк-блюк. Ну, тут все, все. Красным залито все. Я это выплюнул завтра. Макет. Он так не здесь, на штурвале лежит. На него как будто повалился вот так. Ну, как на руль наваливается. Я раз его. А чувствительность все равно маленькая. Я раз вроде это. Ну, шея тепло есть. Пульса нащупать не могу. Вожу туда-сюда. Не чувствую, просто деревянные руки после. Они мели. Да, а так не могу достать. Потому что на этом дешу. А сообразить не могу. Просто надо отвязаться же. Оказывается, правильно сделал, что не отвязался. Вот так провисел. Потом потихоньку боль пришла. Самоощущения такие пошли. Пахух там что-то. Я раз такой лошадь. Я, значит, тазику. Или дарбанан, или что-то там, или ноги, или нога там. Потом просто подвигал ногой, нет, нога двигается. Правую подвигал, правую спокойно двигался. Потом уже начал слух появился. Еще вот это орет, пищит это все. Слышу по стеклу железо, мужики там оторвались. И так спокойно, даже не думал, вот прям правой рукой, как выше форчик открываешь, вот так спокойно, блядь, правую форчик открыл. Открылась. Без проблем даже. Вот так понял, что правая сторона вообще не деформировалась, ну, так, не сильно, не сильно даже. Ну так спокойно уже там, щелк, блядь, открылась, не слышался. Мужики, бля, говорит, ночь, походу, живой, говорит. Потом один спасатель, потому что у него каска там была. Руку быстро раз, пока я дотянулся. Он наш этот архан выдернул. По нему быстро забрался, какая-то обезьянка, дюк ко мне нырнул. Сзади стал. У меня все сдвинулось вперед. Сзади расстояние еще круто. Не знаю, кому поместился. А эту голову я так вот поворачиваю, а тело не могу. Привязанно сижу. Потом раз. Зрел, говорит, как дела, пацан? Я говорю, я вот только вот пока выпрыгну. Ну как видишь. Чего, говорит, как дела? Не знаю, говорит, боюсь, блядь, 200-м. Ну я не чувствую, сам говорю, по сути. Он что-то раз, блядь, сейчас я не чувствую. Ну что, говорит, надо тебя вытаскивать, говорю, а где не было, нет. Нет, говорит, я говорю, хорошо, а то говорит, боялись, что. Нет, говорит, нормально. Что, говорит, будем делать? Я говорю, а что делать? Доставай теперь. Говорит. Ну там предупреди, говорю, человека три надо. Потому что центнер будет ловить. Говорю, ну да, говорит, вижу, бля. Короче, отстегнулся. Вот когда селнулся, я такой, опа, поясницу когда опустил, меня стрельнул, позвоночник, мозжечок сразу. Я понял, все, позвонков. Сижу просто, даже то, что придавил, своей массой, я так вот сижу.
что нельзя бросаться. Левую сторону бы не трогай. Нитье пошло с левой стороны. Значит, вот с левой стороны я не рабочий. Сейчас говорю это. Как могу ее подтянуть с этой стороны? Так, форточки. И ты меня, говорю, шучкой с правого колена поднимешь. Я тебе только скажи, говорю, все, булькает, кровь идет, я толкаюсь. Ты мне скажи, говорю, чтобы это, чтобы... Понимали, если бы уронил, то пиздец, коллега, нахуй. Потому что чую, и мне, говорю, с позвонком что-то. Он говорит, все, мужики, говорит, он тяжелый, давайте, говорю, с позвоночником это, и сестру, говорит, давайте сразу. Оказывается, там, я так понял, это стало. И он меня по борту только аккуратно. Я ему помогал, естественно, потихоньку. Сильно напрягаться не могу. По позвонку то бьет, блядь, боль. Там, походу, обоссался. Я по борту. Он так спустил, я заклепки чую так. Блядь, штаны мне с меня слетели. Поясной ремень вот здесь висит. Здесь все разодрано. Я в трусике сижу, короче. В обуви, в трусах. Штаны промежуточном положении. Это срать сел. Вот такой ремень, главное, застегнутый, не расстегнулся, вот как на поясе был. Он там застегнутый, так и стоит. Вот я вот в таком положении, как был. Получается, как я. Как лошадь стреноженная, блядь, двуноженная. Туда меня щучкой, блядь, опустили. Даже на землю не стали ложить, а там у них, по-моему, вот это было. Значит, раз, блядь, я говорю, сишка, блядь, мы вот так, блядь, потерпим, ничего другого нет. Я помню еще, уже, блядь, потихоньку вот это пошло, ну, чемоданчик я стою. Подруги, говорю, там у тебя есть что? Он говорит, что, говорю, марафет есть? Он смеется. Уже, говорит, да, говорит, про морфин, блядь, что ты? Я говорю, двинь меня, говорю. Только, говорю, слева кали, справа не надо. Потому что на правый бок меня положишь, по барабану уже. С левой стороны, говорю, кали в задницу, надо мне паять вниз. С уроки, говорю, кулик, чтобы не дышать можно было хотя бы. И со мной кто-нибудь, говорю, разговаривает. Потому что я уже отъезжаю. Ну, не, она там, она, блядь, дозяку не брила. Положили у меня там покушать, что возить, не знаю, что. Вот старый, наверное, только с какого-то колхоза как будто увозили. Я не знал, где находились. Не собрал. Я чупался уже, где расчехляют. В четвертый сижу. Ну, смотри, как упало-то. Ну, кровь, хлыщ темный. Весь форман. И все повалилось. Это все. Меня тут и раздевают, и шьют. Там, помнишь, пихают, я говорю, не надо эту водичку бухать в сознании. Не знаю, куда этот Кайфуша ушел. Все чую, все чувствую, нормально. Потом со мной разговаривают, там кто-то пришел, что-то говорит, я ничего не соображаю. Потом раз, у меня прояснение. Смотрю, доктор говорит, телефон звонит. Оказывается, у меня в кармане. Я его включил, даже не помню, не мог, не отключался. Звонит, кто-то мне. Не знаю, кем мне говорит, кстати, я уже так мало соображаю было. Мне его раз сразу с кармана там лайзнес, вот это все. Вычисляли, все сдернули. А потом еще сообразил. Домашнего дома. Давай я сам должен. Я жену номер вспомнил. Звонил, короче, так и так уже там случилась авария. Я живой, целый, руки, ноги, все нормально. Сам разговариваешь, успокоишь, молаешь. Короче, говорю, отдыхать, телефон на себя рубай, нахуй. Никаких этих контактов. Никуда не лазить, нахуй. До команды с тобой свяжется. Я от моего имени, или я очухаюсь.
все. То есть здесь это исполнение нам. Потом пока сюда сидание Марс занимается, Ерефим появился. Сашка Колесников, он, по-моему, говорил. Фила помню. Со своей части. Потом еще кого-то смотрел. Нет, на расшифровке ты сказал стабилизатор тормозит. Нет, я сейчас выскажу свой вопрос. А ты меня после этого возили на стабилизатор, там Покровским объяснял. Ты имел в виду, что стабилизатор. Ну, я не хочу там тебе что-то навязывать свой ответ. Я имею. Если не так, то ты скажи, что это не так. Ты имел в виду, что тормозит, он слабо реагирует на управление. Да, он заторможенно реагирует. Заднее число. Когда первое говорю. Когда мы задрались, первое то, что нас швырнуло, когда его задрались, естественно, начал. Я сам вопрос тормозит, это значит, я туда реагирую. Да, да, да. Ваши... Именно вот эта реакция у меня тупая. Все понятно. Задним числом действует. И потом, там на расшифровке есть. Это ничего, что я. Не-не-не-не. Я как человек не сделал. Да. На расшифровке есть уборка режима до айдл. Ты его не убирал. Нет, я вообще. А вернул кто его назад. Ты не помнишь? Потом после айдола вы его опять вывели на взлетный режим. Ну, по расшифровке двигателя. Повторно, когда от земли отошли, мадрая рука лежала. А, наверное, ну, в принципе, да. Бежан, ты не вмешивался в управление. Нет, Все. В общем-то, у нас и не принято это, во-первых. Все. Соответственно, технологии запрещено. Это все в советских времен еще есть. Наше дело правое не мешает. Как сажаться? Бержан, вот такой вопрос. Получается, управлял самолетом командир лазер. Вы вели связь. Все. Ну, какая-то связь была, уже не до связи была. Да. Ну, связи нам не было, да. И то, что вот это вот. Уборка шасси. Да. Потом вот такой момент, да. Вы сейчас успокойтесь, Македа. У нас несколько вопросов, которые нам надо в этом направлении работать. И, соответственно, сейчас предварительно отрабатывать свои версии. Поэтому у нас вот такие моменты, которые... Как вел самолет после взлета? Резко кабрировал или резко пикировал? После того, как нас швырнуло, да. Вот кабрирование стало резко. Ага. Я потом... Причем потом, естественно, резко ушел. Это... Задрал нос, ага. И тут уже и голосовик заорал. Сигнализация, и этот загорело все. И вот после этого, уже когда Марта на газу с ручкой, это... Со штурвалом одной рукой же держишь там. Я как вроде как это. Побольше этот кабрирование гасить. Я штурвал от себя. Он не реагирует. Вот тогда мне Мара говорит, ты что с ним, блядь, такой? Я говорю, да, блядь, говорю, стабилизатор тормози. А штурвал я от себя отдал уже. Он отдан от себя. А он задрытый стоит. Потом он так вяло. Шел вниз. Нос опускать начал. Ну, естественно, что. Начал штурвал потихоньку на себя вытягивать. Ну, помогать ему. Ну, чуть он тоже делает то же самое. Я просто как бы страхую. Я же двумя руками держусь. Он одной. Вот в три руки потихоньку вроде как вернули. А потом показалось, что как будто самолет начал набирать, от земли отходить. Такой клевок, блядь, вниз. Знаешь, прям такой блядь, резко. Теперь на себя резко начали надеться. Ну что, удержать его. Да. Ну, соответствует, да. Мы вытянули на себя. А мне туда смотреть уже на Мару нет. Он молчит. Потом раз. А единственное, что это, я увидел, он газу начал двигать. Круто. Вроде как клевок такой. Земля опять приближаться начала, потом раз, вроде как нейтральное положение, вот, как будто у меня ощущение, как будто я
какой-то на химии, на гоне, еще что-то. Вот так параллельно земли, как будто мы неслись. Вот как будто такой средний от поймал. Что он нормально все. Вот он нас швыряет направо, и он опять кабрирование уходит резко. И опять штурвал от себя. Вот это вот. Ладно. А этот стабилизатор как будто своей жизнью живет. А мы тут рулем орудуем. Да. Вот, Макей, вот опять возвращаемся, вот Сергей Александрович вопрос задал, соответственно, расшифровкой режим, ну, руды ушли на 35 градусов, ну, на 35%. Потом увеличен был режим до 94. Это в расшифровке вот здесь есть. Вот это кто делал? Это, наверное, только Ганич делал. Командир, да? Получается. Потому что, скорее всего, я... Ну, теперь это мое чисто предположение. Вот, соответственно, в этом... Ну, вот то, что я показывал, да, вот 35, потом 94. В этот момент, не помните, что происходило с самолетом во второй попытке взлета? Это, получается, вторая попытка ваша была. Ну, да, то, что вот, вы говорите. Второй, да, вот когда мы отходили. Да. Это вот как раз он был задратый. Опять носом мы уже, вот как говорил, по земле мы шоркали. Вот тогда, я не знаю, может быть, это опять мое предположение. Ганич, может, прибрал, чтобы в этот кабрирование момент убрать, потому что он не слушался. Рули. И вот он как наверное, вниз пошел, он без руку их дал. Потому что мы как будто оторвались. И так показалось, что вот мы отошли. И вот мне Мара Денисов сейчас кричал, говорю, помню. Он говорит, вроде типа ушли или отошли. Что-то такое. Ну как будто вроде как мы в набор ушли. Нормально, уже в это. Нормальное кабрирование. Такое. Плавный набор вроде как. Вот как раз в это время. Что происходило с самолетом? Ну, вот, он начал нормально скорость набирать. Как уже нам опять вот, скорость, ощущение. Да. Да, да, мы, потому что от земли мы оторвались. То, что мы по хвостом волочились, мы отошли. Он опустил нос, Умара опять-таки. Говорю. Потом я вот, обратил внимание, он еще добавлял дальше руды. Он нормально это. И он такой говорит, о, и вроде ушли, и ушли, и что-то такое. Я такой раз, ну, вроде как, чуть-чуть подрасслабился. Штурвал так это освободил. От этого. Ну, что говорю, вот держались вот из-за вот этого резкого, то кабрирования, то пикирования. Ну, вроде как нормально от земли начали отходить. Я чую, вот она земля, мы отходим, там все нормально. Эти верещат. Режимчик там хороший, он ему суровый. А потом вдруг, не знаю, он его, что он там делал. Тут раз, опять вот этот клевок, блядь, опять вниз. На пикирование. Ну, если вот здесь этот момент, я помню, когда тишина настала. Как будто движков нет. Но даже когда вот, великий педагог, я ему говорю, я говорю, ну такое ощущение стояло, что когда вот от земли отходили, говорю, нормально. Мара, когда режим, говорю, выводил, как будто их срезало. Оба движка. Вот этот момент я что-то как-то на этой нуде лево глянул, и где-то внизу, на руды я не обратил внимания. А потом смотрю, Мара уже руды бросил, за штурвал опять, говорю, схватился. Вот она, земля, вот этот клевок, блин, мы опять в землю пошли. Воткнулись, блин. И вот он опять выдергивать начали. И вот мне кажется, вот тогда мы обратно вернулись в вот это прежнее положение, хвостом в землю. И уже дальше уже мы его на живот. А вот, Макей, помните, там командир сказал, убирай
шасси. Выбирай колеса, он сказал. Нет, есть шасси, да. Есть, сказал, да. Вот он, убирай шасси, надо записался. Это второй раз он мне, наверное, сказал. Нет, первый раз. Убирай шасси. Потом вы говорите, не убирается нагрузку. Держи, держи. Что-то, блядь, с ним случилось, нахуй. Да, шасси. Да, не смог убрать, да. Угу. Потом, вот вы потом говорите, тряска. Через кнопку. Я убрал. Ага. Уже рычаг убрал его. А, потом вы тряска говорите. Вот. Да. Ну, это вот я говорил. Да. Весь самолет затряс. Угу. Весь. А, то, что вы говорили же. Да. Тряска. Да. Весь затряс. Угу. А что там с ним? Не наружу, нет, смотреть как-то. Не это было. Вот это я момент. Ну, тряску я помню, говорю, там у него трясло. Конкретно. Разнос. А это макет. Вспомните, пожалуйста, вот такой момент, да? Вы же пришли в самолет вдвоем вместе. По данным техника, он говорит, ну, подготовлен был самолет. Чисто никаких там отклонений, ничего не было. Вот ваш еще раз такой дополнительный вопрос, который вот вы пришли, что увидели? Спокойно, Матвей. Я зашел. Не внутри, а вот то, что соответствует руководством летной. А, снаружи? Да, снаружи. Да. Пришли. Ничего особенного. А там этот, вот в соответствии с вашим руководством и технологией работы, и документы, ну, ООН там есть, да, вашей, которые в авиакомпании, какой-то метод есть, существует, вот руками потрогать, ну, крыло. Вот то, что вы сказали. Ну да, На ощупь. Да. Я почему, вы говорите о боке, вы сказали, когда начался разговор наш, он чуть-чуть ростом меньше, поэтому вы вдвоем пошли. Да. Ну вот момент такой, на сегодняшний день есть моменты, которые руками вы ничего не проверяли. Ну как не проверяли? Проверяли, да? Гладили. И закрыли. А, все. Все, вопросы у меня. Оба. Матей, вопросы. До закрылки мы оба дотянулись. Угу. А до передней части я дотянулся. Еще чуть-чуть пристал на это, погладил железо. Оно гладкое, сухое, чистое было, блестело. Гладили. Получается, это очень скоротечно и очень быстро происходило, вот эти моменты, которые, ну, то, что произошло. Ну, это очень быстро. Очень быстро. Понял. А вы такое не принимали решение, ну, остановить все? А нет. Такого не было. Он, это командир. Мы уже за скорость прошли. А, скорость прошли. Куда? Все. Скорость уже достаточно была уже. А вот, Макет, вспомните, а как реагировал этот, ну, или Рон, там же, наверное, самолет? Хрен убирался нормально. Реакция была нормальная, да? Нормально, потому что говорю. А педали? Когда нас... Не касался. А, он. Да. Вы просто мягко держались, но чувствовали, приятно, что мягко. Никаких моментов не было. Потому что по отклонению, я говорю, когда нас вот это дернуло влево, он вернул самолет. Вот нас, когда вот это вот дергание вот эти были, сперва влево, потом вправо, а потом резко как-то это все, ну, вроде как это приостановилось так, скорее кратковременно. Мара вернул самолет обратно на полосу туда. Потому что нас с полосы как будто сдуло же. И он нормально, он самолет с кренчиком, так это даже, с минимальным таким. Раз и обратно вернулся. Ну вот говорю, вот по тангажу. Ваше предположение получается на сегодняшний день, вот как вы в кабине сидели, управляли этим, ну, помогали, то есть, командиру воздушного судна,
проблемы с стабилизатором? Ну, первое, что мы влетели, опять-таки говорю, повторюсь, это спутный след впереди большого. Это однозначно тоже. Потому что у нас просто так на ровном месте, я до сих пор помню, 140 градусов 1 метр. Ветер нам на взлете. Ну что-то в этом ветра нет. А вот так, чтобы нас дуло. Швырья. Швырнуло так, что туда и обратно. 40 тонн, извини меня, это как щепку. Это только спутный свет я. Ну и плюс наложение, вот это говорю. Тормознутый стабилизатор. Хорошо, хорошо, Максим. Хорошо. А поверхность, это полосы как было, Макин? Ну вот когда вы нормально. Никаких отклонений, там все. Нет, ни швыряло, ничего, нормально, как вот по оси шли, бежали. Потом, Макеев, вспомните, пожалуйста, командир же у вас подписывает бор-журнал, ну вот когда уже все принято. Да. Он это сделал, командир воздушный. А этот, вспомните, пожалуйста, еще такой момент, сколько заправки было? Заправка. Заправка мы заказали 6500. Общая 6500. А не помните, сколько остаток было? Не напрягайте сюда. Три чем-то было осталось. Не то 3200, не то 3300. Ну, в этом районе. Да. Все. Рахмет. Не напрягайте все. Просто это такие... Я просто к тому, что... Почему я же визуальщик сам. Поэтому я когда своей рукой пишу, на сети писал. Остаток такой-то. Инженер сказал, а потом Мара продублировал, говорит, остаток такой-то. Я говорю, я понял. Хорошо. А вот еще один такой, после вот обработки стабилизатора, кто-то там с кабиной был, была связь у вас, ну, которую обработка и. С инженером же. Инженер, он сам вышел на связь, когда. Ну, Мара с ним переговаривал, я туда не влазил, потому что я знаю, он перед ним всегда бумажка есть. У Мары тоже привычка, как у меня. Контроль весь. Ну, ужас. Мы же, кстати, не молодыш уже. Да. Если даже не старый. Все, записывайте. Степ-бай-степ. А он, вот этот, Макеев, вспомните, пожалуйста. Потому что там фиксируется время начала. Все. Время окончания. Нет. Вот эта бумажка была, да, значит? Она была, да. А мы не видели? Нет, я когда осматривал кабину, там же все было деформировано полностью. Нет, там же... Швырнул был свернул. Да. А, в этом, да? Нет, там нет, на держачке. Все, мы держатель же нашли. Нет, там наштурвали на самом, в середине. Там, держатель нашли, там пустой. Ну там все было. Да, пустой. Вот это немаловажный момент, Макеев, почему это действительно здесь... Мы видим пунктуальность командира. Почему вы вот еще мы это первый раз встречаемся, и вы говорите, каждый пункт он отмечал. Это у него было всегда. Сколько это сколько я с ним на подписке. Не, это вот. А то много же сейчас разговоры идут, да. Соответственно, я тоже его, вы знаете, да. И я его тоже хорошо знал, да. И этих моментов. Нет, еще это советских времен, привычка. Все, Рахмет, Макеев, Рахмет. Еще такой, ну, просто чисто профессионального характера, да? Вы же в Аркалке летали же, Макеев, да? Там до какого момента летали? В смысле, до какого? Ну, время. А то 96-го. Потом 96-го. Пенсия. Установили. Пенсия. 97-го, наверное, уже это, в Кустанай начал. А, в Кустанай переехали уже, да? Нет, переехал я сюда. А, в Алмате, там мотался вы там, да, в Арае, вот, в Арае. Арае меня потянул, калибр сам. Все. Там, потом...